Привет, друзья, с вами Кик. Давайте поговорим про разные вещи. Много комментов насчет того, где я храню XRP и Ethereum. Так вот, я храню и в Ledger, и в Trezor, и в Binance, и в OKX. И все. Это 4 места. В комментариях я вижу, что ты думаешь насчет этого коина, что ты думаешь насчет другого коина. Я ничего не думаю. Честно, ребят, я ничего не думаю насчет таких коинов. Чарльз Хокинсон, да? Создатель Кардана. Я работал с некоторыми людьми, которые очень похожи на Чарльза. Такие люди в бизнесе на 99% становятся неуспешными. Они очень зацикливаются на создание чего-то очень правильного. Мир бизнеса двигается на том, чтобы как-то обойти правила, схитрить. Исходя из моего опыта, я видел, как эти люди, из-за чего эти люди не были successful, успешными. Поэтому я уже говорил, что если с Ethereum все было на 100% окей, я бы вообще в Cardano не инвестировал. Чарльз очень аккуратно объясняешь, что как должно работать. Но пока ты объясняешь, JP Morgan внедряет свои архивы в Ethereum. Пока ты объясняешь, оставили вчера, как Cardano правильно работает. Манхэттен токенизирует дома на Ethereum. Был бум хардверных технологий. Был бум софтверных технологий. Последний бум интернет-технологий. При сравнении с этими бумами, бум криптовалют – это как в пятом элементе говорится «бада-бум». Почему «бада-бум»? Потому что масштаб этого бума не сравнить ни с одним из этих бумов. Это бум денег. Все это делается для того, чтобы менялось понятие денег, чтобы все было ликвидным. Когда вы покупаете дом, все эти деньги умерли, они заморожены, выйдя дома. Вы не можете использовать эти деньги в повседневной жизни. Вы покупаете телевизор, все эти деньги превратились в телевизор, который у вас висит. И если вы его не используете, как, к примеру, я вообще это не включаю, просто он висит у меня. Так вот, все это должно быть ликвидным, чтобы могло использоваться каждый день. Представьте такую ситуацию. Вы купили дом. Дом токенизирован. Вы вошли в магазин, у вас нету, скажем, долларов или рублей. Напрямую вы можете платить просто токенами своего дома. Все будет ликвидно. Все деньги будут все время в использовании. Что меняется, вот это меняется. Если вам интересно просто так, чтобы вот так общаться, я делаю еще такие видео. Буду делать такие видео. Увидимся.